Вот вам, ребята, и выходной. Хорошо хоть пообедать дали. Суббота. И сегодня, и завтра. И снова Ларгус Буве. 900-й Липхер. Ужас, ужас, но терпимый. Вот это вот тут до меня разрушили. Но не в 14-м, конечно, веке. А тут уже с утра и до обеда я постарался. Это улица Лабораториас. Таллинас улица, Чака повернул в районе бывшего ипподрома. Надо разрушить это все. Сегодня, завтра рушим. Ну, по трактору ничего интересного. Так, фигня. Ну-ка, улыбочку, быстро. Бригада УХ работает до двух. С двух до пяти бригаду не найти. Ну вот, ребята, ничего толком рассказывать особо не буду. Ничего серьезного здесь нет. Это рычаг отжиматься на лапах и на лопате. Заводить там. Он уже старенький. Не знаю, где написано. Тут табличку искать неохота. Где-то снаружи все замызганное. Ничего здесь особенного нет. Старенький Липхер, замызганный, засаленный, затертый. И Ларгус Буве. Но еще работает, работает. Еще дышит кое-как. Тут обед сейчас на два дня сказали. Поработай, уговорили. Суббота-воскресенье. Ну ладно уж, хрен с ним. Липхер. Ну, я считаю, что техника это достойна уважения. Но столько, блин, электроники. Ну, зачем это надо? Особенно на новых. Черти что.